Открытый урок по правилам дорожного движения провели в детском автогородке. Участники летнего лагеря на базе гимназии номер 41 побывали не только в роли пешеходов, но и водителей. Подробности смотрите в сюжете Айтар Чираговой. Всегда смотреть по сторонам. Главное правило поведения на дороге школьники уже знают. Но как должен вести себя водитель, пусть даже велосипеда, им рассказали только сейчас. Первоклассница Анна Нестерова полученные знания сразу проверила на практике. Впервые села на двухколесный транспорт. Еще нужно смотреть, куда ты едешь, и ориентироваться по знакам, где они стоят. Их нужно соблюдать, чтобы было все безопасно, чтобы авария не произошла и чтобы полицейский никогда не арестовал. Лето – это не только пора каникул, но и безопасности. В городском округе участились случаи дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Только с начала года дети пострадали в 8 ДТП. К сожалению, 7 из них были пешеходами, и 3 ребенка пострадали в дорожно-транспортных происшествиях по собственной вине. Профилактические занятия «Внимание, дети!» будут проходить до 13 июня. До конца этого же месяца в Люберцах проводится социальный раунд «Некуда спешить». Водителей просят быть аккуратными на дорогах и не превышать скорость. Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.